Привет, друзья! Российские войска применили зажигательные снаряды МЗ-21 по Азовстали в Мариуполе. Украинские СМИ сразу заявили о фосфорных боеприпасах, но на деле были использованы неуправляемые реактивные снаряды МЗ-21. Снаряд 9М-22С используется для стрельбы из боевой машины БМ-21 «Град». Зажигательный элемент снаряда представляет собой оболочку шестигранного сечения из магниевого сплава МЛ-5, в глухое гнездо которого запрессован пиротехнический состав. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.